Самая настоящая черная пятница отмечается именно сегодня. Несмотря на то, что день глобальных распродаж придуман в США, 27 ноября скидки устраивают практически все торговые центры мира. Киров не исключение. Подались ли жители нашего города на уговоры продавцов и что хотели бы купить за полцены в черную пятницу, расскажет Антон Данченко. Черная пятница сегодня? Какая? Серьезно? Везде скидки. Что хочется купить больше всего? Мне? Конечно. Платье какое-нибудь классное на Новый год. Какое-то очень классное. Длинное? Ну, можно, да. Это в ту сторону. Я в ту сторону и пошла. Ну, на данный момент ничего. Почему? Ну, я потому что на автобус бегу. А потом? В магазин. За мультиваркой. Ну, я уже совершила то, что нужно было. Все, на зиму все есть? Да. Носки есть запасные? Да. Ничего не надо? Нет. Ну, по скидке? Нет, точно. Я выгляжу как торговый представитель сейчас. Ничего, я в дорогу спешусь, в Ишкарлу. В Ишкарле что-то будете покупать? Нет, туда, на родину. Ну тогда здесь хотя бы дымковскую игрушку. Приобрел. Вы же вот уже смотрите, что будете покупать, правда? Нет, я суеверный человек и в черную пятницу не верю. Она же черная. С большой скидкой, наверное, одежду по сезону, обувь. А может уже на лето? О, не, на лето еще рано. Ну, я запасливый. А вдруг потолстеете или похудеете? Любовь. Но любовь ведь не продается. Вот то-то и оно. Счастье тоже не продается. Нужно любить всех и себя, и уважать. В принципе, мне ничего не нужно. Я серьезно вам говорю. Я полностью обут, одет. Все есть. Вы счастливый человек. Ну, как сказать, да. Самое главное – здоровье, чтобы было у всех. Всем людям нашим. Здоровье? Да. Я уже купила. А что? Новогодние игрушки. Со скидкой? Со скидкой. С наступающим. И вас также. Всего доброго, Иван.